Уже более полувека кисти, краски и мольберт сопровождают по жизни нашего известного земляка, художника Аркадия Ефимовича Ягудкина. Постоянный участник всевозможных выставок, всероссийских, всесоюзных, зарубежных и международных, лауреат многочисленных премий, он известен не только в российских городах, но и за рубежом. В этом году Аркадию Ефимовичу 75. 6 залов музея Аркадия Пластова в Ульяновске сегодня отданы под экспозицию картин Аркадия Ефимовича. На первый взгляд может показаться, что над созданием этих шедевров проработали несколько мастеров. Настолько полотна отличаются друг от друга по стилю и тематике. Здесь и пастельные умиротворяющие тона, и яркие кричащие краски. Здесь и полотна, посвященные будням сельского труженика, и портреты великих русских писателей и поэтов. И цикл произведений «Воспоминания о Великой Отечественной войне». Война как таковая не может вдохновить на творчество, да? Но я ребенок войны, и я очень многое помню, что было. И поэтому свою боль, свое сострадание, у меня отец погиб в 43-м году на Курско-Орловской дуге. Я как художник, ну, будучи уже зрелым человеком или несколько раньше, я не мог об этом не заговорить. Но какими бы ни были его картины, каждая из них наполнена глубоким философским смыслом. Ведь, как считает сам Аркадий Ефимович, художник просто обязан быть философом. Искусство ищет такие формы, такой язык выражения, чтобы человек, который общается, скажем, мы говорим сейчас об изобразительном искусстве, мог бы задуматься над жизнью. А кто он? А что он такое в этой жизни? Как жить дальше? Напряженную творческую работу Аркадий Ягудкин сочетает с активной общественной организаторской деятельностью. Он является членом Союза художников России, городского и областного градостроительного и художественного советов, попечительского совета госпиталя ветеранов войн. Под его руководством проводятся ежегодные областные конкурсы детского творчества, молодежные выставки. Аркадий Ефимович уделяет большое внимание воспитанию творческой молодежи. С 2002 года он преподает на факультете культуры и искусства Ульяновского государственного университета.